Сегодня в Министерстве внутренних дел по Чувашской республике представили нового заместителя министра, руководителя следственного управления. Им назначена полковник юстиции Ольга Кузнецова. Ранее она возглавляла следственное управление по городу Самаре. Службу в органах внутренних дел несет уже 27 лет. Эффективность нашей работы, она, в общем, напрямую зависит от профессионализма наших подчиненных и от нашего умения, способности организовать и контролировать их служебную деятельность, вот, которая, помимо прочих критериев, она содержит, в общем, такую главную составляющую – это поддерживать имидж, значит, государства и правоохранительных органов на достаточно высоком профессиональном уровне. Поэтому здесь я со своей стороны обещаю, что коллектив следственного управления Чувашской республики и впредь своей эффективной работой, значит, и профессиональной деятельностью будет способствовать формированию уважения и доверия государству в сознании граждан.